Весна 2013 года. Появившиеся один за другим в акваториях на западе Бахайского залива рыбацкие суда нарушили спокойствие. После долгого зимнего запрета на ловлю рыбы, рыбаки работают и в приливы, и во время отливов. Они добывают свежие продукты для приготовления креветочной пасты на следующий год. Этого пожилого человека зовут Ба Вэньтан. Ему 80 лет, он родом из местности Бэйтан в Тиньцзине. Когда ему было 17-18 лет, у опытных рыбаков на судне он научился готовить креветочную пасту. И до сегодняшнего дня он продолжает это занятие. Креветочная паста давно уже стала неотъемлемой частью его жизни. Сегодня хорошая погода, и он готовит сына к выходу в море за свежими морепродуктами для его кулинарной мастерской. Это судно Ба Вэньтана. Он уже четвертый раз выходит в море в этом году. С началом весны пожилой отец уже трижды отправлял сына на рыбный промысел. Но, наверное, по причине холодной погоды улов все время был небольшим. На днях резко потеплело, и если сейчас сын не наловит креветок, то лучшее время для приготовления пасты будет упущено. Креветочная паста – это приправа, полученная путем ферментации различного вида креветок. В процессе ферментации белки креветок разлагаются на аминокислоты, и это придает пасте особый аромат. Пасту из креветок жители приморских районов в провинциях Ляонин, Шаньдунг, Хэбэй, Чжэцзян и в городе Тяньцзинь принимают в пищу уже на протяжении тысячелетий. Бахайский залив – это морская впадина, подаренная самой природой. Отсюда реки Хуанхэ, Хайхэ, Дзиюньхэ, Луаньхэ впадают в море. Мелкий песок и мягкий ил, опустившись на плоское дно моря, сформировали здесь обширную глиняную отмель под водой. Каждый год весной и осенью стаи рыб собираются здесь для метания икры. Так залив естественным образом становится рыбопромысловым районом. Более того, под глиняной толщей еще водятся моллюски и планктон. Во время прилива они особо активны, и поэтому кажется, что вода в море блестит. Моллюски и планктон служат питательными элементами, и вместе с минеральными веществами они придают здешним морепродуктам особый вкус. Весна и осень – наилучшее время для выхода в море. На рыбном рынке у причала повсюду лежат огромные тигровые креветки, а также раки-богомолы, крабы-плавунцы, кальмары, различные виды питательной и свежей рыбы, желтый гобыль, окунь, камбала, макрель и прочие. За день до ловли сыновья Ба Вэньтана поставили в море сети, и сегодня им пора их вынимать. После часа езды в море они добрались до того места, где поставили сети.
和这个白虾王呢，没有捕捞。四五月份一般都是这个啥产卵期，这个虾皮儿跟这个麻线儿啊，它都在深海，没到近海，所以还得过一段时间在那地方才能去捕捞。 Однако результаты несколько разочаровали. Из более чем 20 сетей улов был только в 10 с лишним. Некоторые сети сплелись с сетями других рыбаков, а некоторые, вероятно, зацепили за собой большие суда. Но не все так плохо. На этот раз сыновья Бавентана хлопотали не зря. Им удалось поймать почти 35 килограмм рыбы. Древние тангу называют жемчужиной Бахайского залива. Местные жители очень любят морепродукты. Здесь есть поговорка: того, кто одолжил деньги на морепродукты, нельзя назвать транжирой. Видимо, когда люди не жалели домашней утвари, закладывая ее в ломбард, одалживали деньги, чтобы купить дары моря, это не считалось расточительством. В поговорке есть, конечно, доля шутки, но в ней отражено значение, которое жители тангу придают морепродуктам. В сезон продажи морепродуктов многие горожане специально на машинах добираются до прибрежных рыбацких поселков, чтобы поесть свежую улов. Ежегодно на 6-7 месяцев ловля рыбы в Бахайском заливе прекращается. Чтобы иметь в это время возможность кушать морские продукты, люди придумали различные способы их хранения. Так рыбу, креветки, крабов они сушат, солят или делают из них пасту. Во дворе рыбаков всегда можно увидеть чаны с пастой. Когда чан пасты открывают, весь рыбацкий поселок наполняется густым свежим ароматом. Местные жители говорят о нем так: против ветра разносится на 1,5 километра, а по ветру так по всему поселку. Вкус креветочной пасты зависит от исходных ингредиентов. Паста из тигровых креветок самый высокосортный, характеризуется темно-красным цветом и свежестью вкуса. Так называемые тигровые креветки – это креветки, длина которых от глаз до конца хвоста составляет не меньше 20 сантиметров. Есть также паста из белых, или, как их еще называют, мелких креветок. Мелкими их называют потому, что их длина всего около 2 сантиметров. Паста из таких креветок отличается беловатым цветом и умеренной ценой. Паста масянь получается из креветок масянь буро-коричневого цвета. Тельца этих креветок очень маленькие, внешне они напоминают обрывок нитки, поэтому местные жители называют их масянь, что означает пеньковая нитка. Мелкие морские креветки масянь отличаются прозрачностью, жирностью, отсутствием запаха. Оттенок их цвета буро-коричневый. Чаще всего их принимают в пищу жители приморских районов. Когда накрывают на стол, почти из каждого двора рыбаков доносится аромат креветочной пасты. Креветочную пасту используют в качестве заправки к главному блюду и как приправу в приготовлении других блюд. Но самый популярный способ приема пасты в пищу – макать в него лук и заедать лепешкой из кукурузы. Креветочная паста оставляет свежий и приятный вкус. Вот во время длительного запрета на ловлю рыбы именно креветочная паста с его насыщенным вкусом скрашивает дни приморских жителей. Цуй Динлай – 52-летний житель района Ханьгу города Тиндин. Сейчас он подготавливает рыболовные сети для ловли мелких креветок масянь для пасты. В возрасте 7-8 лет Цуй Динлай начал вместе с отцом выходить в море на рыбный промысел. 12 лет назад он взял в подряд эти водоемы и начал заниматься искусственным разведением морской живности. Каждую весну именно из этих водоемов Цуй Динлай вылавливает мелкие креветки масянь. Лучшие из таких креветок выращивают в бассейнах для естественной сушки соли. Местные жители называют эти бассейны соляными лужами.
Морская вода протекает от первого к последнему водоему, и с каждым раз концентрация соли становится все выше. Вместе с морской солью в соляные лужи попадают и креветки масянь. В это время они обладают наилучшим качеством, их мясо упругое, а вкус особенно насыщен. Выловленные креветки нужно своевременно промыть морской водой в море или в водоеме. В пресной воде их мыть нельзя. Пресная вода не только испортит вкус креветочной пасты, но и может образовать плесень во время ферментации. Когда основное сырье готово, пора приступать к следующему этапу – убрать ненужные примеси. Такие примеси в большинстве случаев – это мелкие рыбы, второсортные креветки, морские черви и обрывки сети. Если не убрать эти примеси, то в процессе брожения они создадут зловонный запах, что повлияет на вкус пасты. Это солеварня Чханлу в городе Тяньцзинь. Это один из крупнейших соляных промыслов Китая. Объемы его производства составляют почти треть от общего объема производства соли в стране. Здесь много ветра, мало дождя, достаточно солнца. Поэтому вода в море, не испаряясь, оставляет большое количество соли. Производимая здесь морская соль отличается белизной цвета малым размером гранул. При династиях Мин и Цин такую морскую соль приносили в дань исключительно императорскому двору. Ее называли нефритовым песком. В июле 2010 года в местности Бэйтан, недалеко от того места, где раньше находился Малый причал, была найдена каменная стела, изготовленная в 1891 году. Эта стела – свидетельство того, что жители в районе соляного промысла имели привилегии на покупку соли, то есть для них цена на соль была ниже, чем у казенной соли. Несомненно, для жителей Бэйтана, которым для засолки морепродуктов соли требовалось много, это была большая милость. Можно сказать, именно благодаря таким привилегиям старинное ремесло приготовления креветочной пасты смогло дожить до наших дней. Сегодня, спустя более 100 лет, жители Бэйтана по-прежнему используют только богатые дары моря для приготовления креветочной пасты. После того, как креветки очищены от примесей, можно приступать к следующему этапу посыпания солью. У этого этапа есть свое требование. Количество соли должно определяться температурой и свежестью исходных продуктов. Если температура высокая и продукты не очень свежие, то соли нужно сыпать больше. Обычно для засолки мелких креветок масянь весом 50 килограммов весной требуется 7,5 килограммов соли, а летом 10 килограммов. Стоит отметить, что нельзя использовать йодированную соль для приготовления креветочной пасты, так как у него и без того высокое содержание йода. Это старинный поселок Бэйтан в новом районе Минхай города Тяньцзинь. Здесь находится лавка Ба Вэньтана по продаже морских продуктов. Хотя лавка и открылась чуть более года назад, у нее уже появились свои постоянные покупатели, которых привлекают низкие цены и отличный вкус продуктов. Низкую цену на свой товар Ба Вэньтану удается удерживать за счет того, что он выловил его на собственном рыболовном судне. По его лицу можно прочесть, что пережить ему пришлось многое, и это лицо стало визитной карточкой лавки. В истории рецепта креветочной пасты Ба Вэньтана скрыта еще одна удивительная история его жизни. Уже в 16 лет он покинул родные края в Шандуне. Одетый в изношенный ватный халат с залатанными дырами, он сам добрался до Бэйтана и стал зарабатывать на жизнь работой на лодке. Одновременно, в свободное от работы время, он учился у старых рыбаков готовить креветочную пасту.
Однажды Бауэнтан, как обычно, вышел в море за уловом. Неожиданно для всех он выловил более 5000 килограммов белых креветок. Еще немного, и свежие креветки могли уже начать портиться. В критической ситуации Бауэнтан поспешно отыскал два больших цементных контейнера, дочисто их отмыл и начал в них готовить креветочную пасту. В тот год креветочная паста Бауэнтана приобрела популярность и принесла ему хороший доход. С тех пор он до глубины души полюбил это ремесло. Сегодня Бауэнтан живет в современном микрорайоне недалеко от своей лавки. В 2009 году в Бэйтане начали снос и реконструкцию построек. Из прежнего дворика рыбаков, где он прожил десятки лет, Бауэнтан переехал в многоэтажный дом. Тогда у него не стало двора, где он мог бы готовить креветочную пасту. Поэтому от прежних более 100 чанов у него осталось чуть больше десятка. Домоуправление уже несколько раз обращалось к нему с просьбой убрать эти чаны для пасты. Однако Бауэнтану трудно расстаться с тем, что сопровождало его на протяжении многих лет. Недавно Бауэнтан узнал, что навес для стоянки велосипедов сдается в аренду. Он без колебаний арендовал его и сразу же приобрел еще более 30 чанов. Для него эти простые чаны – его друзья, у которых своя жизнь. В Бахайском заливе емкость, которую чаще всего используют рыбаки для брожения креветочной пасты и приготовления закусок с креветочным маслом, это традиционный глиняный чан или деревянное ведро. Чан из необработанной глины устойчив к гниению, не пропускает воду, но хорошо пропускает воздух, поэтому как нельзя лучше подходит для хранения пищевых продуктов и их ферментации. Крышку из чана называют шапкой. Раньше крышку плели в форме соломенной шляпы и стеблей гауляна или камыша. Такая форма крышки препятствует проникновению дождя, а в хорошую погоду пропускает воздух. В жаркие дни крышка хорошо рассеивает тепло, а в холодные дни помогает его сохранить. Однако сейчас уже мало кто плетет такие крышки. Их постепенно заменили крышками из древесины и других водонепроницаемых материалов. Но из-за низкой воздухопроницаемости шляпы чанов из таких материалов увеличивают трудоемкость процесса. Приходится чаще открывать и закрывать крышки. Потому что Бауэнтан усердно трудился всю жизнь, старость он встретил с хорошим достатком. У него 6 детей, и сыновья, и дочери. Его семья состоит из 22 человек. До сих пор они ведут традиционный для больших семей образ жизни. Это настоящая семья из 4 поколений. Когда накрывают на стол, дом наполняет густой аромат креветочной пасты и радостные беседы. Может быть, в этом и есть вкус счастья.
Вот уже 15-й день брожения креветочной пасты Цуй Динлая. Сегодня он приступит к важному этапу всего технологического процесса – толчению. В процессе брожения мелкие креветки Масянь источают тяжелые зловония и образуют метан. Если вовремя не выпустить газ, то у креветочной пасты будет странный запах. Такое явление ремесленники называют надувшимся чаном. Чтобы избежать этого и обеспечить равномерную ферментацию креветок, через 10-15 дней после засола их нужно потолочь в чане. Инструмент для этого, как правило, делают из дерева. Передняя часть его сделана в форме полукруга, задняя часть – деревянная ручка. Однако у Цуй Динлая особый прибор для толчения. Он сделан из поплавков, которые часто можно увидеть в море. Он отрезал половину поплавка и установил ручку, хотя инструмент и не замысловатый, но работает эффективно. Толочь массу в чане нужно два раза в день. Один раз перед восходом солнца и один после заката, поскольку в это время суток нет мух и комаров, и во время работы они не попадут в чан. Всякий раз процесс толчения длится 20 минут. Размешивать и толочь нужно равномерно, притом мешать нужно вверх и вниз, затем раздавливать и выравнивать поверхность. Это способствует распаду и однородной ферментации. Кроме того, время от времени смесь нужно пробовать на вкус, чтобы понять, достаточно ли соли. Чтобы более равномерно смешать соль с сырьем и полностью очистить креветки от примеси, Цуй Динлай своими руками сделал решето. Во время толчения он просеивает креветки, находящиеся в процессе ферментации. За сотни лет рецепт креветочной пасты особо не изменился, однако вкус пасты всегда был разным. Ключевые звенья в этом – сушка, очистка, размешивание и ферментация – все это зависит от опыта ремесленника, накопленного им за долгие годы. Мастер по приготовлению креветочной пасты в процессе толчения и очищения чана должен еще и контролировать температуру и свет. В знойную погоду при обилии солнечного света нужно плотно закрывать крышку чана. Нельзя, чтобы на пасту попадали прямые солнечные лучи, иначе от избытка тепла паста станет черной. Кроме того, нужно следить, чтобы в нее не попадали мухи, дождь, пыль и песок. Спустя 15-30 дней толчение и ферментация фактически завершена. Креветочная паста готова. А если терпеливо переждать еще и жаркое лето, то вкус пасты будет еще лучше. Под действием высокой температуры процесс ферментации и испарения в пасте полностью завершатся. И странный вкус, и вкус маринада уйдут совсем. Летний зной – хорошее время для повышения качества креветочной пасты. Каждый год, когда процесс завершен, с чанов одну за одной снимают крышки. Глазу открывается аппетитная паста.
Она может быть светло-багрового, лилового или коричневого цвета. Густая креветочная паста блестит. Ее насыщенный соленый запах ударяет в нос и вызывает у людей воспоминания о пронизывающем морском ветре. Когда креветочную пасту подают к столу, от нее исходит соблазнительный свежий аромат. Пастой обмазывают лепешку или пампушку, прикусывают луком и наслаждаются вкусом. Это вознаграждение моря рыбакам за усердный труд. По сравнению с известными блюдами и дорогими деликатесами, креветочная паста слишком проста и обычна. Даже и сказать о ней нечего. Однако для тех, кто вырос в прибрежных районах, в креветочной пасте содержится вкус моря и воспоминания о родных краях. Где бы они ни находились, понюхав креветочную пасту, рыбаки мысленно возвращаются в далекую и знакомую им рыбацкую деревню, возвращались к незабываемому детству в объятия родителей.